Сегодня жители Бурятии масштабным митингом поддержали Всероссийский профсоюзный автопробег «За мир труд май», «За мир без нацизма». Организаторы задействовали более 300 автомобилей, а участие в акции приняли около 1000 жителей республики. Все подробности в сюжете Екатерины Быковой. Автоколонну машин из Приморского, Хабаровского края, Еврейской автономной и Амурской области и Забайкальского края жители Бурятии встретили на площади Советов, где собралось более 300 автомобилей. К автопробегу присоединились профсоюзы республики, члены боевого братства, Федерации автомобильного спорта Бурятии, а также все желающие горожане. Вся страна, как всегда, в трудное время поднялась. Люди сплотились и пошли. И этот пробег показывает единство всей страны. И пусть весь мир знает, нас 140 миллионов, и мы победим всех. Все машины здесь имеют несколько отличительных особенностей – знаки Z и V, а также развивающийся российский флаг. Более 1000 жителей из Бурятии на всем пути следования автоколонны приветствовали участников автопробега. Незнакомые люди здесь стали одним целым, ведь все они – единомышленники. Сегодня мы склоняем голову в память о тех наших героях, которые пали смертью храбрых, выполняя свой воинский долг. Вечна им память! Акция стартовала 12 апреля во Владивостоке, а завершится 9 мая на Мамаевом кургане в Волгограде. Екатерина Быкова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.